Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня план Zombies, ПвЗшка 3 опять. Я таки не фармил на выходных особо сильно. Дальше сегодня попробуем с вами попробовать следующий левел, 27-й, но надо мне еще некоторые герои все-таки докачать. Пособираем плюхи, посмотрим, что у нас нового интересного обновился. Battle Pass, вот так вот у меня все девятые теперь. Соответственно, отсюда будет намного больше офигенных героев. Видите, у меня шансы на легендарки появились. Вчера, кстати, я с такой вот пинаты вытащил один осколок последнего эпического героя. Ну, легендарного, точнее, не эпического, который я вам показывал, который на сегодня тащит очень круто на арене. Также у нас открылся новый босс, который дает 5 легендарок, 5 осколков, соответственно, я смогу прокачать. Но не знаю, сегодня мне не хватит, это уже получается завтра. Завтра я смогу обновить. Вот, ого, нифига себе. Сейчас я чекну, где я не допрошел. А вот здесь я не допрошел. Поехали с вами добьем, сейчас заберем плюхи. В общем, за ежедневку вы можете, у вас есть возможность получить плюхи, за которые вы открываете босса. С босса, соответственно, вы можете очень быстро вытащить вот такого вот героя, Fairy Ring Mushroom. Ну, обалденный легендарный герой, который бьет офигенно. Так, я могу там что-то улучшить даже, сейчас посмотрим. У меня плюхи появились. Так, абилити не могу, надо 250. Экстра дэмидж усиливает. Ну, поехали, посмотрим. Сейчас сольюсь, наверное. Я, в принципе, это обычные боты. Слиться сложновато будет, но... У меня состав немножко не тот, который нужен. А, вот, смотрите. Большие пошли, уже мелких закидывает. Ну, вроде пока держимся. Ай-яй-яй-яй, не вовремя. Не вовремя там сработало. Попробуем, пробуем, пробуем. Еще два. Жесть, конечно. Вот попробую их всех. Так, я не знаю, сейчас через верх. Мелкий, наверное, нам подосрет. Скорее всего. Да, так оно и случилось. Видите, не хватило. Так, сейчас попробуем тогда сделать по-другому. Передвинем это все дело назад немножко. Отсюда будет попроще. Например, если брать такой вариант для арены, там надо ставить все-таки ближе, чтобы быстрее убивать. Вот чем классно вот эта легендарка, он реально бьет на 9 клеток вокруг себя и дает возможность вот подсливать.
Ой, рановато я запустил. Рановато. Ну, думаю, затащим. Так, давайте, подходите, друзья. Мы вам сделаем бум. Все, должны изи затащить теперь. Видите, немножко назад оттащили. Так, отлично. От количества левелов, которые вы пройдете, будет зависеть левел пинаты это. И, соответственно, чем выше у вас левел, то есть, я так понял, на 33-м там будет 10-я пината. Что это означает? Вы будете получать 10 плюшек. Тут не видно. Забежим сюда. Вот здесь вот, если вы ее открываете... У нас просто она не зафармлена еще на максимум. Я не знаю, это надо зафармить будет. А у меня получается за каждый лавл там, ну, за каждое открытие 10 там, 9 итемов падает. А так будет 10 итемов. Такс. Вроде с этим разобрались. Не хватает чуть-чуть, надо 35. Завтра запустим уже. Можем еще легендарок вытащить, я надеюсь. Так, ну это я фармить сейчас не буду. Давайте по Бэрику посмотрим, может, что тут за... Прикольненько. Ну, немного. Нифига себе, атаки 38,6. И быстро бегает. Давайте попробуем его фармануть. Таким образом, вы с ежедневок за неделю можете собрать 350 для этого... Нифига себе, они жесткие прям. Жизни, конечно, у них немного, но дамажат они нехило. Вы имеете возможность собрать очень быстро. На Battle Pass, без доната. Нифига себе, смотрите, он подрыв... Офигеть. Да ну нафиг. Жестко. Блин, слил вообще жестко. Офигеть, надо на них, короче, копить этих. Оставлять. Прикольненько. Что я могу сказать? Очень прикольненько. Это все фигня. По сравнению с... Так, давайте этого заберем назад. Поехали. По сравнению с следующей волной. Эти легкие, это считайте, как на арене обычные мобы, которые убиваются быстро. Но вот так вот не получается. С мобами на прохождение. Блин, фигню я, конечно, сделал. Надо было баттеркапы не ставить. Так, отлично. На 4 звезды пришли. Видите, из-за того, что поставили баттеркапы. Пришли не очень быстро. Такс, ну, поехали. Ой, блин, чуть не вылил. Поехали, попробуем. Надо будет засесть на арену. Попробуем с вами подонатим.
бегают туда-сюда. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Попробуем дальше пройти. Сложно, конечно, этот левел реально сложный, но я думаю, что проходимый. Надо будет над ним посидеть. Вот эти телеги, это просто писец какой-то. Выкидывают этих мелких, эти мелкие, блин, жрут жестко все подряд. Ты просто не успеваешь. Вот видите, у меня сейчас эти залетят, и я ничего против них сделать не могу. А, то есть против них надо ставить летающих. Мы выйдем вообще. Попытки попробуем сново ее зафармить. Летающих, а летающих не так уж и много. Такс. Надо состав поменять. Еще здесь есть один вариант, это попробовать так ability, шанс на атаку, ну алоэ, я не знаю, алоэ меня сейчас тут никак не спасет. Давайте так, соберем use вместо вот этих. Шишка, блин, ну шишка, у меня и так дамага хватает, мне надо против летающих, попробуем. Против машрума вот это. Поехали. Двадцать седьмой левел. Вот чем убивать? Они настолько усиленные уже идут. Попробую такой вариант. Так, это по центру получается, этого вот сюда закинем, побольше с этой стороны залетает. Вот такой вот вариант, там будет два летающих у нас. Не знаю, что с этого сейчас получится, но мы можем сейчас даже просесть на этой попытке. Ну видите, нету вишенки, надо вишенку напоследок. Но она теряется на первой попытке тоже. Так, ставим телегу. Зря я поставил баттеркапа сейчас туда. Так, от этих вроде успели отбиться. Ну вот что делать сейчас со следующими. Блин, эти кетчуписты, это просто писец какой-то. Вот смотрите, там просто тупо стан идет, и ты нифига не сделаешь, и все. Ладно, пусть меня тут досорьют. А, отлично. Закинули. Ну, шанс. Шанс еще какой-то есть. Опять телега едет. Просто трэш, ребята. Вариант это баттеркапами их останавливать. Но баттеркапов тоже на всех не хватит. Смотрите, просто стычки нафиг снес.
Ну все, он сейчас просто залетит. Еще волна дальше идет. Ну, сейчас попробуем с этими новыми. Не знаю, что получится. Конечно, хватит ли у меня солнышек. Сейчас попробуем с нуля пройти. Ну, видите, надо вишенку напоследок. Так, поехали. Я не буду пока качать. Но кетчупы надо тоже сразу убивать. Возможно, даже не надо. Возможно, сюда надо опять кабачка ставить. Чтобы кабак сливал. Его знает. Знаете, что лучше. Попробуем, может, эту замедляху. Может, оно хоть как-то спасет. Но я сомневаюсь. Просто тупо не успеваю даже убивать. Вот это застанило. И хочешь не хочешь, тебе придется использовать вишенку. Посмотрите, они практически разобрали всю мою команду. В итоге, что у меня осталось? Два летающих дракона. Которые, по сути, нифига не решат. Мне сейчас просто будет не хватать дамага, по идее. Это писец какой-то, я говорю. Злобные, короче, они все тут. Нет, смотрите, дракона падла забрал. Вообще жесть. Еще одного. Стан, заморозки, блядь, все что хочешь. А чем тут их убивать? Каким хреном?
Опять новые лезут. Смотрите, что у меня осталось со всей моей армии. Нифига не осталось. Просто тупо не хватает дамага. Дайте кукурузки тоже здесь, в принципе, ни о чем. Я не знаю, буду пробовать, наверное, кабачка еще. Хотя кабачок тоже особо ничего не решит. У него кулдаун большой. Хоть он и дамажит, как вариант, в принципе, но... Что дальше делать? Давайте попробуем сейчас закинуть кабачка. Эти летающие они не спасают никак. У меня не хватает просто тупо на всех. Ну, будем пробовать сейчас. Давайте еще одну попыточку попробуем. Надо, наверное, делать полностью выход. Ну, плюс то, что у тебя есть еще три попытки. Но эти три попытки ничего не решают. Блять, опять нажал на баг. Ну... Вот сделайте еще, вот было бы очень круто, если бы они сделали перевернутую версию, то есть чтобы она переворачивалась не вертикально, а горизонтально. Сейчас солью попытку. Этот пиццу накидывает, все. Просто ты ничего не сделаешь, их просто тупо фигачат. Может, есть который юнит, может, алоэ снимает этот весь эффект, не знаю, надо будет попробовать. Заюзать, попробовать алоэ. Может, это спасет. Вместо кого? Вместо этого маршрума попробовать. Давайте попробуем, чекнем. Сделаю апгрейдик. Все равно, по сути, этот грипп, он здесь ничего не решает. Может, алоэ хоть будет спасать, вытаскивать. Не знаю, посмотрим сейчас. Будет давать мега жесткий подхил. Кто его знает. Правда, я немножко его неправильно выбросил. И толку от этого подхила нету. Вот этих вот так вот убиваем. Ловим мелкого. Этот зомбак. Попробуем вот так вот сделать. Ну а дальше толку никакого. Катка просрана. Вот так вот начинается первый этап. Да, от алоэ здесь толку, ребята, никакого по сути нет. Но мне интересно дойти до пиццы, посмотреть, как же все-таки там на пицце. Будет ли оно спасать от дебафа? Вот это мне интересно.
Блять, ну не хватило все равно. Ну что за подстава? Короче, ну нафиг, буду думать. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.